Так, народ, есть в наличии две машины, абсолютно новые. Абсолютно новые. Одна из них вот такая навороченная, темно-синий цвет. Абсолютно новая машина с камерами, со всеми делами. Вот такой симпатичный цвет салона. Шикарнейший цвет потолка. Комбинация цветов просто взрывает мозг. 44 мили всего на ней. Карбон здесь, запах просто обалденный, ремни, обратите внимание, все просто на высшем уровне, М-пакет, лепестки на руле. А 23-й года, обе, и по наклейке, и по американским документам, по американскому тайтлу, 23-й года. Главный ваш вопрос. Да, есть, тут все присутствует. Вот такая же пенсия у нее. Красивая. Машина свободна к покупке, ребят. Кому интересно, дайте знать. И еще одна, тоже бомбическая машина. В таком бомбическом цвете. С шикарнейшими дисками. Тоже новая, но чуть-чуть демо-версия. Вот такой сумкой, ну там тоже сумка есть и есть зарядка здесь. Закрываем салон, сейчас просто ахните и охните. Салон, посмотрите на вот эту комбинацию, я в шоке просто, народ. Посмотрите на потолок алькантары, черный потолок, просто это что-то, я не знаю, неземное. Это демо-версия была, на ней есть небольшой пробег на этой машине. Но она тоже первого месяца 23-го года. А пробег на нее сейчас покажу вам. Там около 600 миль. В общем, вот такая красота. Две машины в наличии. Кому интересно, пишите, звоните. Заберем их, пока есть. 601 миля. Пока они есть. Всем спасибо за внимание. Номера внизу. Бомба. Одна и бомба вторая. Всем пока.